внутреннее дерево, это то же самое, что внешнее, только внутреннее. Kiss of Dragon, по сути, в моем исполнении единственное, так, которое там работает. Больше ничего. Одна техника. Ну, просто в разных вариантах исполнения. Зачем больше? Наша задача, ну, по крайней мере, моя тактика во внутренней галерее, это всегда либо восстановить внешнюю, ну, либо просто открытый гард, либо его сразу атаковать свипом, который называется «Поцелуй дракона». Kiss of Dragon. Of the Dragon. И атакую я обычно в темп. Мы вот будем смотреть, как это делается сегодня. То есть, да, он сорвал, начинает переходить. Я иду сюда, я беру сразу этот рукав и начинаю подкручиваться по нему. Я не вставляю стоп, ничего не делаю, я сразу беру рукав. Неважно что, да? Ну, в смысле, неважно, что он делает, я сразу беру рукав. То есть, как только я понимаю, что чувак идет в слайдер, да, то есть отсюда будет агрессив, я делаю так. Моментально, вообще не жду. Потому что я говорю, если я здесь жду, я даю ему инициативу, он начинает меня раскрачивать. Можно чуть-чуть поднять. Он сорвал, начинает брать ногу. Здесь, ну, рамку вот эту, я все равно сохраняю. То есть просто с этой истории я перекладываю руку ему на рукав. Лучше взять, ну, поглубже, но там как, типа это, как фишка ляжет, то есть я просто беру за рукав, отсюда начинаю по кругу вести руку и разворачиваюсь. То есть делаем это в темп. Да, то есть... Тогда давайте сделаем еще сложнее, я покажу, как закончить эту ситуацию. Здесь, как мы здесь заканчиваем. То есть есть вот эта типа хрестоматийная история, что я там взял штаны, засунул крючок, взял его за пояс, бам. Не знаю, у меня такого никогда не получалось сделать. Что делаю я отсюда? У меня здесь две опции. Я все равно, да, беру за штаны, беру за вторую штанину, но я не лезу к поясу. Что дальше я делаю? Я ставлю ноги ему бедра, я вот отсюда буду толкать его ногами, руками, ну, руками я больше опираюсь, ну, по сути, и тяну, и сажусь. Сел. Отсюда. Я выбираю сторону, в которую мне удобнее сесть. Допустим, это лево, да? Значит, лево. Теперь я встаю. Ноги в крестик, и я могу его очень удобно проходить, да, потому что вот такими ногами не очень удобно защищаться. Ну, то есть я всегда это могу показать. Ну, то есть мы здесь, он все равно взял за штаны, поставил одну, поставил другую. Сел. Да, там, допустим, через другую сторону. Я бы сказал, что сам Kiss of Dragon и финиш – это типа две разные техники. Потому что вот в это окончание ты можешь попасть из гораздо большего количества ситуаций, нежели Kiss of Dragon. Давайте попробуем. Раз, два, три. Да, но многие почему-то начинают правой рукой брать. Не берем правой. Потому что в правой руке у меня секретный секрет. Давай, делай. Правая рука, она как бы под ногой. То есть либо под пяткой, либо под ногой, и она не дает ему размазать мою коленку. То есть она мне дает вот эту ту долю секунды, даже если ноги нет, она дает мне пожить, чтобы это не произошло, чтобы не случилось вот так. Просто вы многие тянете руку куда-то сюда, ну и человек вас размажет здесь. Особенно если это будет Стас Варшавский. Поэтому вот эта рука, она либо так здесь, может быть так, может быть под пятку, но она создает вам дополнительное пространство. Мы сегодня будем смотреть еще в конце Polish Worm Rider, как бы там это будет по понятию. Но суть в том, что да,
мы здесь, мы сгруппированы, и вот у меня есть здесь место, чтобы взять рукав и провернуться под ним. Смотрите, да, был вопрос, я его прокидываю вперед или подворачиваю сам, это по ситуации. Если Андрюха здесь сейчас, ну, если он идет на меня, да, то скорее я его продергиваю, а сам разворачиваюсь на месте. Если он сидит сейчас, я взял рукав, и он сел с ровной спиной, да, то скорее я провернусь под ним в большей степени. Но если он, как бы, я взял вот эту штуку, он выпрямляется, я чаще предпочитаю, да, просто вытащить ногу, оказаться вот в таком положении. Оно более безопасно, нежели реверс для рю. Давайте попробуем с секретным секретом. То же самое. Да. Даже еще глубже можно. Раз, два, три.